сегодня как минимум на трех площадях. На Манежной, на Лубянке и здесь, на Пушкинской, люди празднуют свою победу. Так вот, наша победа, она не окончательная, поэтому мы придем еще и будем бороться дальше, да? Пусть они там тоже празднуют, но им-то уже чего праздновать, все понятно. А мы еще немножечко поборемся. И я сейчас с удовольствием представляю слово людям, которые боролись, и, надеюсь, тоже будут бороться. Это представители «Яблока» Евгений Трохин и Григорий Явлицкий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вся машина государственной пропаганды во главе с волшебником Чуровым кричит о том, что это были якобы самые свободные и честные выборы за всю историю России. Партия «Яблоко» вместе с Лигой избирателей вчера организовали горячую линию, на которую поступали тысячи звонков от наблюдателей и избирателей. И я со всей ответственностью могу сказать вам, что все заявления Чурова и его подручных – это полное вранье. Давайте еще раз вспомним один из важнейших лозунгов предыдущих митингов. Чурова в отставку! Чурова в отставку! Чурова в отставку! Вчера Владимир Путин, выступая на Манежке, проговорился о том, кто был его самым главным противником на прошедших так называемых выборах. Кого он больше всех там клеймил? Разве тех послушных и лояльных кандидатов, которые участвовали в этой кампании? Нет. Путин клеймил нас с вами. Это нас с вами он называл нарушителями суверенитета, узурпатора. А мы с вами называем узурпатором того, кто позорит нашу страну, превращая выборы во вбросы и в карусели. И сегодня мы с вами должны признать, да, Путин нас победил. Надо смотреть правде в лицо. Но давайте зададим себе вопрос. Сделал ли он это в честной борьбе? Нет! Эта борьба была нечестной. Она была трусливой и подлой. Потому что речь идет не только об этих бесчисленных бросах и каруселях, на которых выехала эта победа Путина вчера. Речь идет о том, что он победил нас, отстранив от выборов единственного кандидата, который не побоялся прийти ни на Болотную, ни на площадь Сахарова. Он отстранил Григория Явлинского. Позор! 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 Дорогие друзья, и этими выборами, и вчерашним своим выступлением Путин бросил нам всем вызов. С этого момента начинается решающая борьба. Это борьба между двумя силами, на которые сегодня разделилась Россия. Одна сила, с одной стороны, это те, кто пришли на Поклонную поклониться Путину. А с другой стороны, это те, кто пришли на Болотную, чтобы вытащить нашу страну из болота. Нельзя поднять Россию с колен, не распрямившись спину. Распрямляйся, Россия! Дорогие друзья, спасибо всем, кто пришел сегодня. Я прежде всего обращаюсь к тем, кто задает сегодня вопрос, что нам всем теперь делать. Ответ у нас есть. Мы обязаны сформировать альтернативу. Политика начинается тогда, когда у противников системы и режима появляется настоящая, полная альтернатива. Это значит, что у нас есть свои лидеры, у нас есть своя программа, у нас есть политическая, экономическая,
и самое главное, нравственная альтернатива. Мы будем ее формировать, мы ее создадим, и мы скоро заставим провести новые выборы и победим на них! Победим! Победим! Ура!